Зараз є офіційна інформація стосовно того, що після демілітаризації Широкіного лінія з'явилися такі поняття, як лінія оборони, лінія та лінія контакту, контакт лайн, про яку він сказав, власне. Можете пояснити людям різницю і ці, ну, власне, лінії, тобто де вони зараз? Я не знаю, что вы называете линией обороны. Об этом стоит говорить с военными, ведь это их терминология. Линия разграничения впервые была определена в сентябре прошлого года. И если говорить о Широкино, то она проходит по восточной границе села. Есть также фактическая линия разграничения, так, где именно сейчас находятся силы. И в некоторых местах по линии фронта она значительно сдвинулась с сентября. Поэтому есть две линии разграничения. Одна фактическая, которая показывает, где силы стоят сегодня на самом деле. И одна та, о которой договорились в Минске в сентябре и затем де-факто в феврале. То есть эти линии существуют параллельно, но мы ориентируемся на Минскую линию, и в Широкино она проходит по восточной границе.